Межрегиональная экспедиция «Везем весну» 2019 объединила курортную Анапу и другие заповедные уголки России. Маршрут состоял из южного, центрального и северного этапов, каждый из которых раскрыл особенности природного и ландшафтного разнообразия особо охраняемых природных территорий. Участники проехали более 10 тысяч километров от Черного до Баренцева моря через национальные парки и заповедники страны. Цель экспедиции «Везем весну 2019» – создание новых туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях. Она может не только привлечь внимание туристов к уникальным природным объектам страны, но и заложить основу для создания международного экотуристического бренда России. В Анапе эстафету принял Федеральный государственный природный заповедник «Утриш». Несмотря на ветреную погоду, участникам удалось оценить богатство заповедника на маршрутах «Каньон» и «Савина щель», с которых в июле 2018 года началась экскурсионная работа в заповеднике Утриш. Глэмпы, представляющие собой тент-палатки на деревянных помостах, это симбиоз комфортного размещения и дикого туризма вдали от цивилизации. Аналогов в других заповедниках России нет. Утриш станет первой ласточкой. Новые межрегиональные маршруты, в том числе выходного дня, будут доступны широкому кругу туристов из разных регионов и стран. А информационный портал, запущенный по результатам мероприятия, упростит поиск информации о заповедниках. Заповедник Утриш – это четвертый заповедник на пути нашего следования. Впереди еще 14 заповедников. И наша экспедиция посвящена развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях и прилегающих к ним локациях. Участники экспедиции ознакомились с береговым маршрутом заповедника Утриш, посетили водопад Жемчужный, посетили площадку строящегося глэмпинга, получили большое удовольствие от общения с живой природой. Сотрудники заповедника оказали квалифицированную информационную поддержку участникам экспедиции. Мы продолжаем свое движение на север, везем весну 2019.